Напомню, в Сочи, согласно федеральному закону, земельные участки получили 246 многодетных семей, которые имеют трех или более детей. Кадастровые работы уже завершены в отношении 124 участков. Также муниципальным институтом генплана утверждены проекты планировки территорий. Все участки находятся в Лазаревском районе. А 1 июля уже объявлен конкурс на проектирование подъездной дороги, без которой невозможно начать строительство и подводить инженерные сети. По муниципальной программе администрация должна предоставить, кроме земельных участков, еще и инженерную инфраструктуру. Рельеф в Сочи очень сложный, поэтому в процессе возникли осложнения при дальнейшем освоении этих земельных участков. Проект по строительству дороги будет утвержден в ноябре. После будут скорректированы границы некоторых участков. А пока пожаловались семьи, им по-прежнему приходится платить по 3000 в год. Это налог на землю. Анатолий Пахомов отметил, что вопрос уже решился. Просто освободить от уплаты мы не имеем права, потому что такой закон не позволяет. А сделать коэффициент самый низкий 0,1 мы можем. Вот мы и применили этот закон. Таким образом, плату снизят в 10 раз до 300 рублей. Также отметил Анатолий Пахомов, по любым вопросам многодетным семьям готово помогать правовое управление курорта.